Ну, пи***ц, я в охране. Ребят, мне нужно к интеркому. Мне нужно предупредить всех, что у нас обеденный перерыв. Ну окей, о, жрать, ну окей, я согласен. Добрый день. Что, говори ему что-то. Я не знаю, как с людьми разговаривать, знакомое давай ты. Знакомое у тебя лицо. Знакомое у тебя лицо. Да, вот через маску особенно хорошо видно. Не ты ли это банк грабанул, не ты ли это банк грабанул? Не, что, не, никакого банка, не, ничего не знаю, отвали от меня. Дорогой зритель, это особенный выпуск. Посмотри его целиком, если хочешь поддержать любимого ютубера и видеть побольше контента на канале. В этом ролике, вместе с нарезкой смешных моментов, ты знаешь о, без привлечения, по-моему, лучших серверах в рух-сегменте BCP Secret Laboratory. Смелое заявление. А чем докажешь, спросишь ты? Ну, доказательств хватит на все. Слушай внимательно. Нет, не хочу ничего лечить. Я просто уколов боюсь. Да, он и... Блять. О, нет. Ну, сука, вы со мной умрете. Начну с плагинов. У ребят собраны все самые интересные плагины из общедоступных, но сервер бы не заслужил звания лучшего без уникальных, самописных плагинов. Вот только часть из них. Многие повстанцы способны вызывать подкрепление с помощью планшета в комнате эвакуации. После выхода на сервер вы можете ознакомиться с правилами, а при спауне даже с карточкой отыгрыша роли. Укусы, слизь, сколочные пулевые ранения вызывают кровотечение, снимаемое аптечкой, которая также восполняет здоровье постепенно в течение 10 секунд. Побег переносит в наблюдатели, при этом скучать вам не придется, ведь побег ученого или D-класса вызывает подкрепление МОК или повстанцев хаоса, прибывающие с короткой задержкой. Командир, у нас произошло некоторое просто недопонимание с доктором. Походу, две трети нашей команды просто бухими пошли. Половину нашего отряда, да. Да, да. Ой. Добавлена новая точка побега. Дверь над воротами, откуда приезжают фургоны с повстанцев. Побег стал более реалистичным. Теперь нужно просто подойти вплотную к двери, а сбежать смогут все. Ну, кроме цепи объектов. Люди могут взломать энергосистему и погасить свет. Запуск пяти генераторов восстанавливает освещение. Каждый класс обзавелся дополнительными ролями, ну, например, среди ученых появляются инженеры, старшие научные сотрудники, мемные менеджеры, мистер-менеджеры зоны содержания или комплекса. Что сказать, доктор? Мы святые. У нас даже вот аптечка есть. Да что ему сказать-то, ты скажи уже конкретно. Ты посмотри на его левый... Вот, на левый. Тебе говорят, беги, блядь, беги, Форест, беги! Блин, а что такое? Какого хрена? Ну вот видишь, да, я ж быстрее, я ж спортом занимаюсь, а? Д-класс может стать уборщиком или, например, вооруженным шпионом. Охранник может оказаться начальником системы безопасности. Да, и я понял. И там тебе будет, короче, написано, как забинить на кнопку команду телепорта к случайному игроку. Ага, ща. На сервере доступен графический мод для тонкой настройки изображений. Вы можете отключить, например, лишние эффекты и значительно увеличить свой FPS. Или же наоборот, сделать картинку четче и вкуснее, если у вас мощный компьютер. Также SCP-объекты получили некоторые обновления. Например, 939-е могут выбивать двери и лечиться под средством укусов. Вас могут, может быть, выбить. 0.96 в ярости видит только тех, кто посмотрел ему в лицо и находится в ярости до того момента, пока не убьет всех этих людей. Остальных он не видит. А то бывало так, что один увидел, а все из-за этого умерли. Ну, что полностью вообще не согласуется с лором и логикой. Добавлен объект 0.12, ноты. Притягивает игрока себе, наносит урон и убивает при контакте. 106 может открыть червоточину под случайным человеком раз в минуту, не вылезти из нее. Переходы в измерение сменяются, ведут случайную камеру. А сама лужа теперь наносит урон и может даже забрать в измерение спустя пару секунд. 079 может выключать свет в целой зоне, проигрывать ложное оповещение, ну, например, о том, что какой-то SCP был уничтожен, или кто-то пришел в комплекс, например, МТФ. Также блокировать все ворота, чекпоинты и отключать Теслы. 914 изменяет все игровые предметы, а также может сменить класс любого игрока.
С помощью простого в установке мода 049 может общаться с людьми через общий голосовой чат. Далее, в начале раунда игроки могут обмениваться STP-объектами через игровую консоль. Ну, например, если кому-то не хочется играть за доктора, ну, неплохо бы поиграть там за кого-то другого, можно поменяться. Также неразумные STP-объекты не могут нажимать кнопки механизмов и закрывать двери на RP-серверах. Команда сервера не оставляется на достигнутом и продолжает работу над игрой. Например, рядом с каждой камерой содержания будет прикреплен планшет, с помощью которого вы можете проверить наличие SCP-объекта в игре. И если объект не появился в начале раунда, его можно добавить в игру. Помимо множества упомянутых плагинов, на сервере присутствует еще несколько менее заметных. С ними вы можете познакомиться прямо на самом сервере. А я расскажу о втором достоинстве серверов. Назад. Смотрим. Их администрация. Ребята не стремятся выдавать баны, работают на благо сообщества, объясняя нарушителям их косяки и даже давая шансы справиться без наказания. Если игрок, конечно же, прочтет правила и даст слово больше не нарушать их в дальнейшем. Кроме того, на сервере ежедневно проводятся RP-ивенты по собственным и разнообразным сценариям с различными вариантами сюжета. Ну и, конечно же, вся информация в описании, ссылочки, IIP на самих серверах находится прямо в Discord-канале, который я скину также в описании. Покупайте донатики и поддерживайте как топовые сервера, так и, собственно, меня. Ебать, челик забрейкдансил. А не забудь подписаться, тыкнуть на колокольчик, написать свой комментарий и заглянуть в наш паблик с топовыми мемами. Ссылочка есть в описании.